Так, тут у меня получается среди видеозаписи такая сборная солянка и то и все, поэтому я создал эти списки воспроизведения, плейлисты. И там отдельно, где современные песни, старинные песни, под танцы или песни 20 века. Вот это конкретно археологическая песня, в принципе, можно играть только на басах. То есть эти три блатные аккорда АМ, условные это АМ, ДМ, бас аккорд. Е7, опять АМ. Можно играть только на этом. Ну, правая рука как дополнение такое. Там за Танайсом рекой. Потом сниму со словами, но пока что просто разбор, как играть для начинающих гармонистов. Теперь медленно с двумя руками. Или два варианта, либо.